Сейчас всем не нужно, если вы не что так нельзя,
что речь, мне кажется, о конкретном поговорили с ними, не конкретно с ними, а речь о том, что люди, в принципе, имеют право на информацию на разных сторонах, на информацию в разных источниках для того, чтобы делать свои выводы. Иначе у нас Беларусь погодится, просто все наказывают. Не думаю, что это как-то... Послушай, дядя, радио КП. Песни даром я им слушаю. Сегодняшних торгов стоимость газа впервые превысила отметку в $1200 за 1000 кубометров. По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, с запуском «Северного потока-2» ситуация изменится.
здесь довольно странное выражение, такое ощущение, что европейцы упражняются в такой-то словесной борьбе. То они назовут это инвестиционными руинами, то новыми цунами. Что за этим стоит, сказать сложно, потому что подразумевается, что это якобы приведет к каким-то штормам на газовом рынке по ценам. То есть цена будет расти и возвышаться, видимо, как волна. Но в реальности она будет снижаться, и по двум факторам, во-первых, психологически, говорим про биржевые торговли. И не так давно, несколько дней назад, даже была фейковая новость о том, что газ уже пошел по Северному потоку 2. И эта фейковая новость привела к тому, что на 7 долларов газ подешевел на бирже. Поэтому, когда будет реальный запуск, то действительно в моменте она сразу упадет просто на психологической реакции. Это что вот наконец дополнительные объемы газа пошли, и, соответственно, дефицит снизился. И второй фактор – это реально действительно физические поставки дополнительного газа, который успокоит рынок и снизит цены на газ в Европе. Если они будут на уровне 800 сохраняться долларов за 1000 кубов, то, наверное, до 600 они вполне могут снизиться. Газпром открыто говорит о том, что он дополнительные объемы готов качать через Северный поток 2, но не готов это делать через украинскую газотранспортную систему. Вот. И мы видим, что он не участвует фактически в аукционах уже теперь на октябрьские дополнительные прокачки через Украину, то есть сверхконтрактных объемов. И ждет, пока ему разрешат запустить Северный поток 2, и там пойдут вот все те дополнительные объемы, которые шли через Украину и Польшу. Вот. Поэтому цена снизится, не надо пугать ни цунами, еще чем-то. Будет дополнительный газ, снизится дефицит, значит, цена снизится, и для европейцев это будет позитивно и полезно. Но вот, они сэкономят свои деньги, поэтому здесь этими страшилками, я думаю, не надо оперировать. И, конечно, Европа при нынешних ценах очень заинтересована, чтобы произошло это как можно быстрее. Соответственно, чтобы газ пошел, дополнительные объемы снизили дефицит, цены упали, и европейцы могли экономить. Поэтому я думаю, что европейцы целесообразно с нами поторопиться. То есть меньше на их стороне, сейчас все решают европейские бюрократы. Решайте, выдавайте разрешение, будете затягивать, сами будете платить по человеку, не будете тянуть резину, тогда сэкономите собственные деньги. В ближайшее время откроется около 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирусной инфекции. Два таких пункта уже работают в тестовом режиме в двух столичных МФЦ. В ближайшее время их станет намного больше, сказал мэр Москвы Сергей Собянин, который также отметил, что экспресс-тесты показывают достаточно точный результат, на который можно ориентироваться. Узнать, заражен ли организм коронавирусом, можно будет всего за 10 минут. Впереди хроники коронавируса с Мариной Качевой. Хроники коронавируса на радио КП. Здравствуйте, у микрофона Мария Баченина. За последние сутки в России выявили 25 769 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии зарегистрировано 7 586 536 заражений. Также в стране обновился антирекорд по суточному показателю смертей. Зафиксировано 890 летальных исходов. Развитие ситуации с коронавирусом в России не поддается прогнозам специалистов. Об этом заявил главврач больницы номер 40 в Коммунарке Денис Проценко. Все прогнозы обманывают. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше, сказал Проценко. В России ежедневно умирает от коронавируса более 10% от всех умирающих от ковида за сутки на планете. Глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу заявил, что человечество обязательно столкнется с новым вирусом в будущем. По его словам, на сегодняшний день мир столкнулся не только с пандемией коронавирусной инфекции, но и с инфодемией, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Для работы над решением Гао Фу предложил принцип 4S – сотрудничество, соперничество, общение или обмен информацией и, наконец, координация, порой и с третьей стороны. Министерство просвещения Российской Федерации не планирует закрывать школы и вводить локдаун на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, каждый регион принимает решение о закрытии школ с учетом эпидемиологической ситуации на своей территории. Цитирую, какого-то массового закрытия школ или локдауна мы не предполагаем.
каждый регион сам принимает решение, исходя из эпидемиологической ситуации. Конец цитаты господина Кравцова. Министерство здравоохранения Катара объявило, что вакцины «Спутник Ви» и «Синофарм» внесены в список разрешенных для приезжающих стран. Изменение правил вступит в силу с 6 октября этого года. Новый порядок въезда в Катар подразумевает, что приезжие будут обязаны сдать ПЦР-тест в течение 36 часов после прибытия. Кроме того, до вылета потребуется зарегистрироваться на электронной платформе. Генеральный директор и соучредитель германской фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин предсказал необходимость в новых вакцинах в 2022 году. Цитирую, в этом году никакой необходимости в новых вакцинах нет, однако к середине следующего года ситуация может оказаться другой. По словам главы компании, циркулирующий на сегодняшний день в мире штамм коронавирусной инфекции более заразный, чем его первоначальный вариант. При этом слабо отличаются от него. Поэтому существенно это не сказывается на эффективности применяемых вакцин. Глава фармкомпании добавил, что высока вероятность того, что штаммы, которые будут обманывать иммунитет, появятся в будущем. Это потребует разработки новых препаратов. Эволюция вируса идет, и этот процесс только начался, отметил он. Профессор Скалтиха, заведующий лабораторией молекулярной эволюции Института фармакопередачи информации РАН, отметил, что несмотря на разработку современных вакцин под классический вариант коронавируса АРВИ, они очень эффективно работают и в случае Дельта. Цитирую, все работающие вакцины, в том числе «Спутник Ви», основаны на первом классическом варианте вируса, но по имеющимся данным они остаются эффективными и против Дельта. В частности, остается высокая эффективность «Спутника Ви» против тяжелого течения заболевания, что подтверждается данными из нескольких стран, заявил Георгий Базыкин. Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинзбург говорил о том, что эффективность спутника Ви по отношению к дельта-штамму коронавируса превышает 83%. У вакцин Moderna и Pfizer она менее 50%. Берегите себя, ваши мужи. Хроники коронавируса на радио КП. На следующей неделе в центральную Россию придет старое парное лето с температурой до плюс 12 градусов. Надолго ли? Об этом рассказал ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Наступившая неделя в средней полосе России ознаменуется господством антициклонов скандинавского происхождения, который будет высушиваться и обеспечивать жителей региона преимущественно солнечной и сухой погодой при температурном фоне, соответствующей климатической норме начала октября. Так, например, в центральной России, в столичном регионе, в ночные часы столбики термометров будут стремиться к нулевой отметке, с наибольшей вероятностью легких заморозков в среду, четверг и пятницу, тогда как в разгар дня воздух умеет прогреваться до плюс 7-12. При этом ветер ожидается слабый в переменных направлениях, и это будет, в общем-то, полноценный сезон, именуемый старым папин летом, с характерной такой настоящей золотой осенью. Ну, как минимум, такая погода продержится, неделю, во второй декаде месяца начнется постепенная активизация циклонической деятельности, за чего повысится концентрация облачности, вероятность осадков. Соответственно, температура станет стремительно понижаться, уже и придет к 20-м числам октября местами. Перемешку с дождем может присоединяться к первому вопросу. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. Участвуйте в эфире бесплатно при помощи Viber. Пишите прямо сейчас на номер 8-967-200-97-2. Реклама. Сочно будет год, если пивасы принимаются хитом. Телефон 261-19-54. Телефон рекламной службы на подмышке 8-495-667-65-22. Радио «Комсомольская правда». Разная марка, комсомольская правда. Почему ты так гордовая, Наталья? Ждать про Крым. Что бы было с нами?
помощь. Я слышу, пожалуйста, потому что радио КП это место для девочки. Thank you.
смотрю давление в шинах. Колесо поспустило.